Привет! Я Руслан. А я Мадина. Наша мечта – стать врачами и помогать людям. Поэтому мы хотим рассказать, что делать, если кто-то получил травму. Во время активных игр можно удариться или упасть и получить ушиб руки или ноги. А если удар будет сильным, то получить вывих или перелом. Признаки ушиба. Боль при движении, припухлость, кровоподтек в месте удара. Что нужно сделать? На место ушиба приложить лед или кусочек смоченной в холодной воде ткани. Ткань нужно смачивать в холодной воде каждые 2 минуты. Что делать нельзя? Нельзя двигать пострадавшему поврежденной конечностью, чтобы не произошло смещение костей в месте перелома. Мы очень надеемся, что теперь все понятно. И когда кому-то будет нужна помощь, вы вспомните наши уроки и поможете.